Что я делаю, когда мне плохо, а? Я читаю рэп. Yes. А и когда так злости много? В строках я несу ответ. Мыслей всегда так много, да. Этот момент необратим, вот-вот. Вот и мы будем все вокруг да вокруг. Жизнь банальна, как ни крути, кто знает, что там приписано. Крис! כרגע החוב מעל 54,000 שקל, ואתה עלול לאבד את הדירה. זה לא פשוט לגדל ילדה לגמרי לבד. כן, אבל אני יודע לגדל את אחותי, כן? אחותי. אנחנו יודעים שהמשפחה שלך במצוקה. אני פותח את הדלת ואתם עפות לי מהבית, בסדר? Познакомься, это моя новая подруга, Люся. Ведь тебя сюда тоже что-то привело.